Всем привет, дорогие друзья! Привет! 5:00 утра, и мы находимся в аэропорту Алани, в аэропорту Гази-Паша. И я лечу в Стамбул, точнее, мы с вами летим в Стамбул. В этом видео, друзья, я вам расскажу о том, самое главное, как дешево путешествовать по Турции, как дешево покупать билеты на самолет. В этот раз мы с вами поговорим об авиатранспорте в Турции. Ну, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал. О транспорте в Турции мы с вами говорили в одном из предыдущих видео. И в одном из следующих видео также будет информация о транспорте в Алании. А сегодня, как я уже сказала, мы говорим с вами об авиаперелетах. Как дешево купить билеты, где их бронировать и так далее. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что в описании к моим видео вы найдете все самые полезные ссылки, как дешево бронировать авиабилеты и отели. И самое главное, в описании к этому видео есть промокод, по которому вы можете получить 500 рублей скидку при покупке тура в Турцию или в любую другую страну. В общем, мы уже в аэропорту. Сейчас я отправлюсь на стойку регистрации, точнее, у меня онлайн-регистрация и посадка через полчаса. Многие из вас знают, что из аэропорта Гази-Паша летают регулярные рейсы. Если мы говорим о турецких авиакомпаниях, это компании Pegasus и турецкие авиалинии. Как в Стамбул, в оба аэропорта, в аэропорт Сабиха Гёкчен и в аэропорт Стамбула, так и в Анкару, в аэропорт Эсенбога. Две авиакомпании Pegasus и турецкие авиалинии. И, друзья, самый первый и самый главный принцип или правило покупки дешевых авиабилетов, а в Турции перелеты по Турции очень дешевые, и если вы покупаете билет заранее, можно сказать, если за несколько месяцев, то, конечно же, билет будет дешевый. Если, например, за неделю, как обычно я это делаю, то билеты тоже выходят по цене поездки на автобусе. Поэтому, когда покупаете билет, старайтесь покупать заранее. И, например, сейчас поездка туда-обратно в Стамбул мне вышла всего в 260 лир. То есть туда 130 лир и обратно 130 лир. И что входит в этот билет? Конечно же, питание на борту не входит, потому что это лоукостер, но входит багаж. Например, я беру с собой вот такой вот мелкий чемодан и ручная кладь, сумка. Это все я беру в салон самолета. Поэтому бронируйте заранее, и билеты вам выйдут очень дешево. Из аэропорта Гази-Паша каждый день очень много рейсов в Стамбул. И, кстати, есть один рейс в Анкару. Самый ранний самолет летит сейчас зимой в 6:05. В аэропорт я приезжаю примерно часов 5. И обычно я летаю только с ручной кладью, потому что самолеты Пегасуса позволяют с собой брать маленький чемоданчик на борт, поэтому не приходится ждать ни здесь, в аэропорту, когда сдаешь багаж, а делаешь регистрацию онлайн, и даже не нужно распечатывать билет, просто на телефон приходит электронный билет с QR-кодом, который и читают, когда ты идешь на регистрацию. Поэтому все очень удобно и максимально быстро. Ну и прилетая в Стамбул, я не жду, а сразу отправляюсь на свой трансфер.
я уже приземлилась в Стамбуле, и с Алании до Стамбула лететь примерно час. И, как я уже говорила, самый ранний рейс у нас в 6 утра. И, друзья, расскажу вам очень интересный и хороший лайфхак и совет, как покупать билеты по Турции дешевле. Кстати, я обнаружила это, покупая билеты именно вот на этот самолет, которым я прилетела. Смотрите, когда вы покупаете билет на каком-то сайте авиакомпании или на каком-то сайте-агрегаторе, где есть, где продаются билеты, всегда, всегда, всегда смотрите только в местной валюте, потому что в местной валюте всегда дешевле. В общем, когда я покупала билет на этот рейс, в долларах мне вышло $50 туда и обратно. А когда я выбрала лиры, получилось всего 260 лир. Практически на 50 лир дешевле, то есть на $10 дешевле. Поэтому очень важный совет, когда покупаете билеты, в какой бы стране вы ни находились, смотрите в местной валюте. И, кстати, все вот эти вот советы, которые я вам рассказываю в этом видео или в каких-либо других видео, вы можете применять и совершенно в других странах, в других, совершая покупки в других местах и так далее. Это такие универсальные советы, которыми вы можете пользоваться. Поэтому покупайте билеты, всегда смотрите цены на какие-либо товары именно в валюте той страны, по которой вы передвигаетесь или в которой вы находитесь. Ну, а сейчас я выхожу из аэропорта Сабиха-Гёкчен, и в этот раз я остановилась в Üsküdar'е. Поэтому мы едем с вами смотреть новый район. Выйдя из аэропорта Сабиха-Гёкчен, можно отправиться на Кадыкёй или на такси на Хавабюсе. А если вам нужно отправиться в другие районы, мне, например, нужно сейчас на... В общем, я еду в Üsküdar и сажусь на автобус Е11. И вот здесь, прямо напротив выхода из аэропорта, стоят все-все автобусы. Посмотреть, куда вам нужно, вы можете на карте Google, либо спросить здесь у шоферов, как я и сделала. Оплата у нас идет по карте Стамбула, по стамбульской карте. Друзья, я не знаю, где я, но я вышла из первого автобуса и сейчас иду на следующий автобус. Идти мне буквально 70 метров. Что касается транспорта. Когда вы приезжаете в Турцию, обязательно в каждом городе покупайте транспортную карту. Но для того, чтобы положить деньги на транспортную карту, нужно с собой всегда иметь мелочь. Всегда имейте с собой наличку для того, чтобы оплачивать в автобусе, если это возможно, и для того, чтобы класть деньги на карту. Это также очень важно, чтобы были мелкие деньги. А автоматы, на которых вы можете положить деньги на карту, на проездную карту, они есть практически около каждой остановки. Ну что, друзья, я уже доехала до своего отеля из аэропорта Сабиха-Гёкчен. И еще один очень важный лайфхак для вас – это обязательно пользуйтесь картой Google. На карте Google есть абсолютно все. И сейчас я вам покажу, как я общественным транспортом очень быстро и дешево доехала до своего места назначения. Вот вы видите, аэропорт Сабиха-Гёкчен находится здесь, а мне нужно доехать было до Алтуни-Заде. И в поисковике я ввела Сабиха-Гёкчен аэропорт и Алтуни-Заде. И мне высветился мой путь. Было несколько вариантов, вот вы видите. Было несколько вариантов, и благодаря этим нескольким вариантам я выбрала то, как мне удобнее всего ехать. Поэтому обязательно пользуйтесь вот этой картой,
Это очень-очень удобно. Я уже заселилась в свою гостиницу. Очень здесь классно. Первый раз, кстати, я в этом районе. Район Üsküdar. Мы с вами еще погуляем, все посмотрим. И, друзья, третий и важный пункт, когда вы бронируете билеты, неважно, путешествуете ли вы по Турции, ездите за границу или путешествуете по каким-то другим странам, очень важный пункт – смотреть билеты на разных сайтах. Иногда бывает так, что билеты бывают дешевле непосредственно у перевозчика, а иногда билеты бывают дешевле у агрегаторов, которые продают билеты. Ну, например, если у перевозчика есть какие-то скидки, какие-то бонусы, накопительные баллы, вы можете купить билеты дешевле. А иногда у агрегаторов, у сайтов, которые собирают информацию, таких как, например, Skyscanner или Jetradar или Aviasales, они собирают информацию со всех сайтов, со всех авиаперевозчиков и показывают вам в сравнительном варианте, где вы можете посмотреть цены, что входит, багаж какой входит и так далее. Поэтому всегда сравнивайте цены непосредственно на сайте перевозчика, на сайте сайта агрегатора и смотрите несколько вариантов, несколько перевозчиков, несколько сайтов, которые как раз продают вот эти вот билеты. У нас была такая история, что один раз, я даже не знаю, как это получилось, но с Айханом из Анталии мы улетели в Баку всего за 200 лир. Представляете, это был какой-то промо-билет. И за такую дешевую, за такую низкую цену мы улетели в Баку. Ну, конечно же, во второй раз такие билеты найти мне не удалось. Но чем раньше вы покупаете билеты, тем дешевле они бывают. Несмотря на то, где вы их покупаете. Например, у турецких перевозчиков, таких как Pegasus, SunExpress, Anadolu Jet, Honor Air, турецкие авиалинии, чем раньше вы покупаете билеты, тем они дешевле. Поэтому покупайте заранее и сравнивайте также цены на разных сайтах. Ну что, дорогие друзья, моя рабочая поездка в Стамбул закончилась. Быстренько покажу вам, что здесь происходит на Кадыкёе. И отправляемся с вами снова в аэропорт Сабиха Гёкчен и летим в Алани. В этот раз у меня не получилось снять для вас никаких достопримечательностей, потому что, как я уже сказала, поездка эта была сугубо рабочая. И о том, как покупать дешевые авиабилеты по Турции. Конечно же, по Турции, когда вы едете в аэропорт, вы можете пользоваться таким трансфером, который называется Хаваш. И вот, например, в Стамбуле он тоже существует. Он отправляется и в аэропорт Сабиха Гёкчен. Это Хавабус. Едет он из Кадыкёе и из Таксима. И также есть трансфер в аэропорт, новый аэропорт Стамбула. Вот на этом автобусе я сейчас и еду в аэропорт. Мы с вами уже приехали в аэропорт Сабиха Гёкчен. И вот вы видите, сзади меня находится автобус Хавабас, на котором я приехала из Кадыкёе в аэропорт Сабиха Гёкчен. Ехали мы примерно час, и стоит 14 лир проезд. Поэтому пользуйтесь общественным транспортом, когда вы едете в аэропорт. Это очень выгодно. Конечно же, также в аэропорт можно доехать на автобусах. Их вам показывал в начале видео. Ну и не забывайте такси и другие трансферы, которые организуют отели. Например, в прошлый раз, когда я останавливалась в отеле в районе Фатих, я доехала до аэропорта на отельном трансфере всего за 60 лир. Также до аэропорта Сабиха Гёкчен.
поэтому спрашивайте в ваших отелях цены. Цены бывают совершенно разные. Чем дороже отель, тем дешевле транспорт. Например, сейчас в отеле, в котором я останавливаюсь, мне предлагали трансфер за 60 евро. Но я доехала до Кадыкё, и от Кадыкё я доехала на автобусе. Еще один важный совет, которым я хочу с вами поделиться, как сэкономить на путешествиях на самолете, на билетах, как по Турции, но в принципе и в других странах, наверное, тоже, если вы летаете лоукостерами. Смотрите, в Турции турецкие авиакомпании в основном все разрешают брать на борт вот такой вот маленький чемоданчик. Это касается таких фирм, как Pegasus, турецкие авиалинии, Anadolu Jet, Sun Express не знаю, Onur я не знаю, давно ими не летала, но вот такие вот маленькие чемоданчики разрешают брать. Это ручная кладь. Чемодан и маленькая вот такая вот женская сумка. Если вы хотите взять больше багажа, то вы выбираете не эко-билет, а билет дороже. И билет с багажом, например, 20 килограмм дополнительным багажом, стоит уже на 50 лир, например, дороже. Поэтому обычно, когда вы покупаете билет, вам выпадают различные опции. Но, естественно, опция без багажа с ручной кладью всегда самая дешевая. Я летаю в основном всегда с ручной кладью, потому что вещей я знаю, сколько мне нужно. Нужно мне немного. Только если мы летаем, например, ну вот когда мы ездили в Москву, летали в Москву, в Россию, нам нужны были теплые вещи, у нас, конечно же, был багаж. Поэтому хотите сэкономить, берите с собой меньше вещей. И, как правило, человеку нужно очень мало. Поэтому, если вы хотите увидеть, как мы путешествовали летом в Мардин и в Карс на поезде, где я с собой брала только маленький рюкзачок, смотрите видео, вот здесь вот выскочит ссылочка наверху. Смотрите обязательно это видео. И ездила я 10 дней путешествия с маленьким рюкзачком. Поэтому обязательно берите только самые необходимые и таким образом экономьте на своих поездках. Вот, например, прям за автобусом Хаваш трансфером приехал вот такой вот обычный городской автобус, на котором люди также приехали в аэропорт и на котором я ехала из аэропорта в город. Ну а сейчас, друзья, становится очень холодно. Сейчас быстро пройдем с вами внутрь. И я вам расскажу еще один совет, который, кстати, поможет вам сэкономить также некоторую сумму денег. Как вы думаете, друзья, что случилось? Постоянно со Стамбулом случается что-то. И мой самолет задерживают на 1.5 часа. Я специально приехала прямо к вылету. Кстати, у Пегасуса есть просто потрясающая функция для тех, кто летает только с ручной кладью. Знаете, какая это функция? Вы можете зарегистрироваться онлайн, и на электронную почту вам приходит билет. И этот билет не нужно ни распечатывать, ни регистрироваться на стойке. Вы просто забираете свой багаж, идете на рейс и показываете билет в электронном виде. Вот так вот выглядит электронный билет. И прям с телефона сканирует вот этот вот штрих-код. И вы свободно проходите в самолет. То есть, выйдя из транспорта, сразу идете на контроль вашего багажа, проходите через все секьюрити-поинты и показываете свое удостоверение личности и вот этот штрих-код. Это просто потрясающая система. Не нужно ни стоять никакие очереди, ни ждать, пока вас зачекинят, пока вам выдадут билеты, вообще ничего. Еще одним очень классным лайфхаком экономии на полетах и перелетах может быть то, что вы можете покупать еду, воду и так далее до того, как вы попали в аэропорт. Потому что вы все прекрасно знаете, что в аэропорту все очень дорого в несколько раз. Поэтому, когда вы, например, прилетаете в аэропорт Сабиха-Гокчен и вам нужно купить какую-то еду, вы можете отправиться в один из магазинов на первом этаже, либо до полета, либо после полета. Здесь есть на первом этаже, вот как вы видите сзади меня, магазин. А также здесь есть всем известный магазин
«Гратис», в котором продаются вода, всякие разные напитки и косметика. Поэтому, когда вы едете в аэропорт, либо покупайте заранее в супермаркете и берите с собой, либо заходите, например, в магазин «Гратис», где вы сможете купить то, что вам необходимо. Вот я как раз сюда пришла для того, чтобы купить очень вкусную лимонную водичку. Мой рейс перенесли на 1.5 часа, и теперь вместо того, чтобы прилететь в Аланию в 10:30, я прилечу только в 12 ночи. Представляете, я приехала в аэропорт прямо к своему рейсу, но приходится ждать. Но мне очень нравится компания Pegasus, кто бы что про них ни говорил. Мы очень часто летаем этой авиакомпанией, как в по Турции, так и в Россию. Иногда я летаю именно из Стамбула в Москву. Несмотря на то, что они отложили рейс, присылают постоянные смс, во сколько нужно проходить регистрацию, когда будет объявлено, какой у нас будет выход по номеру, номер выхода. Ну, в общем, все нормально. И даже прислали смс о том, что с извинениями о том, что рейс задержан, и о том, что предлагают какую-то еду где-то вот здесь вот недалеко. Но я еду не пойду смотреть, мне здесь хорошо, я уже съела все свои снеки, выпила водичку. Сижу и просто смотрю какие-то видео, которые я не успела посмотреть, потому что последние 3 дня это были просто сумасшедшие рабочие дни, постоянно какие-то встречи с 7 утра до там 12 ночи. Поэтому сейчас я просто сижу, отдыхаю, думаю, что завтра весь день буду спать. Вот, поэтому, друзья, продолжая нашу тему о том, что если вы хотите сэкономить, обязательно покупайте себе какие-то вкусняшки. И кушайте эти вкусняшки как в самолете, так в аэропорту, в общем, где вам захочется. И, кстати, компания Pegasus – это бюджетная компания, и на борту они не предлагают даже воду. И вот так вот быстро, друзья, мы перенеслись с вами в Аланию. Посмотрите, какая у нас здесь красота. В самом центре города уже высадили тюльпаны. И это становится, кстати, каждую весну, в марте, в апреле месяце, центральная площадь становится настоящей достопримечательностью, потому что здесь высаживают тюльпаны всех видов и цветов, и многие сюда приходят фотографироваться, снимать видео, в общем, любоваться всей вот этой вот красотой. Я надеюсь, что это видео о покупке, а скорее о том, как экономить на авиаперелетах в Турции, не только, вам понравилось. Придерживайтесь этих советов, бронируйте заранее, сравнивайте цены, пользуйтесь общественным транспортом, летайте с ручной кладью. Ну и, конечно же, все вкусняшки, воду и так далее покупайте заранее, до того, как вы садитесь на самолет. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, комментируйте. Кстати, более 50% тех, кто смотрит мой канал, на него не подписаны. Поэтому сделайте мне приятно, поставьте пальчик вверх, нажмите на колокольчик, ну и, конечно же, подпишитесь на канал. И не забывайте о том, что в описании ко всем моим видео есть много полезных ссылок о том, как бронировать билеты и отели с большими скидками до 60%. А самое главное, не забывайте о том, что, используя мой промокод, вы можете приобрести туры в Турцию и в другие страны со скидкой 500 рублей. Поэтому заходите в описание к моим видео, там всегда много полезных ссылок о билетах, отелях, погоде и так далее. И пользуйтесь ими на здоровье. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь из солнечной и прекрасной Алании. Всем всего хорошего, добро пожаловать в Аланию и в Турцию. Всем пока-пока!